Всем доброе утро, ребят. Ну что, начинаем, как обычно, утро с обзора рынков. Начинаем с русского сервера. На Тайване там уже обнова, вряд ли туда пустит. Ничего себе, добавить 5 слотов, 500. Такс. Хрусталка сегодня есть, хрустальный. Бег, ну, такое себе. Героев никаких даже нет. Ну, скины надо забирать. Кому надо скины, однозначно забирайте, потому что будут прокачки сегодня дальше. Посмотрим. Так, вот такой вот пиратик. И добавили, я не помню, были здесь чары или не было. Что-то первый раз вижу, что чары на русском сервере. Конечно, печальные пятые сундуки. Но опять же, это все на халяву можно вытащить. Так, ну давайте попробуем, посмотрим, что нам русский пират скажет. Первый сундук. Смешно, конечно. Вроде добавили чары, там все круто, одно яйцо. Сейчас посмотрим, что в итоге мы там сколько, 5 тычек сделали. Это с добычи с этого с карт. Ну, вот так вот такие вот плюхи, но это вообще ни о чем. Сейчас посмотрим дальше, что на других. Так, карта богатства. Скин на Рину. Парящий остров. Понятно все. Так, по таким акциям ничего такого интересного нету. Там архидемон еще не открыт. Сегодня откроется, будем пробовать. Так, что на базаре? На базаре, как обычно. Короче, одна хрень на русском сервере. Неудивительно. Поехали посмотрим Тайвань. Может, еще открыто. Хотя вряд ли они обычно это все дело закрывают. С самого утра, да. Вот так вот закрыто все. Ну, я обзор вам показывал. Зайдите, посмотрите. Там поржали вчера на стриме. К волне приготовились. Поехали на английский сервак. Глянем, что здесь интересного. Так, тоже хрусталка есть. Ну, хрусталка, как видите, в разы круче, чем русский сервер. Тоже есть пиратик. Посмотрим, что за пират. Ничего не поменяли, но вот давайте ударим пару раз пирата, так чтобы вы просто понимали разницу в плюхах. Вот 5 сумок лаваники с первой тычки мы вытащили. Нормально тогда разница. Вот, посмотрите. Вот если я даже сейчас заберу, там я не знаю, сколько мы там плюх с вами сделали. Мало мы нажали, но разницу посмотрите на русском и здесь. Вот так вот. Так, окей, поехали посмотрим, что там еще интересного есть. Карта. Ну, карта-то понятно. И островок. Так, с чего у нас здесь интересного? Наша раздай-пати. Вот этот расходник. Я не знаю, буду смотреть сегодня, что у нас по прокачке десятых эмблем будет, какие итемы нужны будут. Еще ничего не известно. Так, пыльца. Вот такое все. Но рынок по-любому круче, чем на русском. Неплохие. Три суперсилы продают. Неплохо. Огник за десятку. Ну, это расходники. Такое себе. Пати пак, Clashers Day. Tower Gifts. Chest, Lucky Flipping. Ну, тут ничего такого интересного нету. Так, окей, поехали на немецкий сервер. На немке, кстати.
На немке акция к Хэллоуину уже началась и идет полным ходом. Вот она. Вы можете получить скин на седну, получить пыльцу, получить расходники. И причем это все с 15 по 28. То есть это все бесплатно. Без доната, опять же. Вчера я забрал, там дали мешки. Мы заберем. Смотрим, что-то нам там дали. Ну вот, смотрите. Расходники вчера были. Второй день, мешки шестые. Сегодня не знаю. Эссенция 30. Завтра. Короче, 8 левела. Скорее всего, что эмблема, карты. Карты и вот в конце 100 осколков скина. И тут 100 осколков. На какой день? На 7. В общем, вот так вот, ребят. Календарь, хэллоуинский календарь. Немка реально тащит. Больше нигде этого пока нету. Это самая верхняя. Так, 16 по 17. Не знаю, что это такое. Тоже какая-то акция дополнительная. Ну, в общем, здесь реально дофига всего на немке, чего нету на других серваках. Этим она, конечно, берет для бездонов. Сейчас это самый топовый сервер, который только может быть. Ну, заходи. Не хочет что-то. Что-то не хочет. Ну, суперпаты, если добавят в обнове 2 суперпата новых, это, конечно, жесть. Так. Не знаю, что-то. Ой. Как обычно, будь здоров. Так, смотрим, что здесь есть. Больше ничего такого интересного нет. На рынке вроде были суперпаки еще. Так они и есть. За 300 самов такое себе. За 1100 уже получше с картами. За 5000 неплохо. Даже очень неплохо. Ну и за 11 топовый. Я считаю, можно забирать. Это единственный сервер, вот на котором печеньки, кстати, продают полным ходом. Так, скины на здание. Ну, реально, сервер очень крутой. Такие вот паки есть. В общем, не знаю, кто играет на этом серваке. Так, это 100 камней нам дали, походу. А, нет, 30 санкций дали. Вот. В общем, вот так вот тоже неплохо, я считаю. Ждем завтрашнего, точнее, 7 дня, и на 7 день здесь будут давать интересные плюхи. Так, окей, поехали еще. Сейчас я попробую включить iOS-ик. Посмотрим, что у нас на iOS-е. Загрузился у нас АЭС. День замка владельца понятно. Магазинное безумие. Смотрю, есть. Вот такое. 20. Дуэлянта продают. Войди в игру, поделись с друзьями. Наймикс 10. Рулетка удачи. Донатная, ничего такого нету. Разбивать тоже добыча пирата. Вот добыча пирата здесь, кстати, ребят, реально тоже обалденная. Вот смотрите, заклинательницу сразу же вытащили.
Ронин, Заклинательница и Трифет. Вот так вот. У меня Закла, по-моему, на этом аккаунте есть, если я не ошибаюсь. Да, она уже у нас есть. Повторка тоже неплохо. Так, окей. Смотрите, как самики на этом серверке добываются. И плюс 300 самов в копилочку. Так, 4000 самоцветов, ничего себе. Так, что у нас есть интересного по рынкам? Ну, тут то же самое, что и на английском сервере, в принципе. Идем посмотрим. Так, добыча пирата посмотрели, карта богатства понятно, и парящий остров. В общем, ничего такого нового не добавилось. Вот так вот, такие вот, ребятушки, пироги. Ждем обнову, будем угорать с названий питомцев, как обычно. Посмотрим, что у нас изменится. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.